машина прошла глубокую модернизацию. Она имеет полностью дистанционное управление пулеметов, оснащена круговым обзором, видеообзором. Машина усовершенствована новыми средствами разведки, что позволяет обнаруживать цели до 5000 метров, измерять до них дальность и производить эти действия как в дневное, так и в ночное время. Гарантированно держит любые калибры до 23 мм включительно. Чего раньше не было. Российская Федерация рассматривает Таджикистан в качестве ключевого союзника в Центральноазиатском регионе. И в рамках программы модернизации национальных вооруженных сил оказывает содействие в укреплении его оборонного потенциала. Сегодня на аэродроме Гиссар представлена очередная партия военной техники, которая включает радиолокационную станцию, обеспечивающую обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства, и модернизированные до уровня современных в своем классе бронированные разведсодозорные машины БРДМ-2М.